Привет, друзья! Сегодня смотрим очень интересный участок, который мне очень нравится. Находится он в село Черешня над Адлером. Ориентир — олимпийские объекты, немного повыше. Вот. Соседний участок уже продали, был он немножко подешевле. Но почему я приехал сейчас именно снимать видео по этому участку, потому что вот видите, какая красота. Тут было классное нарциссное поле, выращивали их, и весной тут всегда очень красиво. И сейчас этот участок продается по сниженной горячей цене, цену опустили на 100 тысяч рублей. Сейчас за 6 соток цена ниже 500 тысяч за сотку, что для черешни уже очень хорошо, особенно для ИЖС участков вот с таким замечательным ровным рельефом. То есть никаких опорных стен, никаких ползущих склонов, все очень ровно и красиво. И несмотря на то, что участок ровный, у него великолепный вид на море и в принципе на долину. Ничего здесь не закрывает. То есть вот он, я по нему иду, такой вот он ровный и хороший. По коммуникациям соседи вот уже сделали скважину, по границе идет 15-киловаттная линия электричества. Газ у соседнего дома есть, то есть его сюда можно провести. И опять же, что важно, почему многие покупатели сейчас у нас выбирают черешню, потому что поселок очень изменился, и вот именно в этом месте очень много современных красивых домов, то есть цивилизация, так скажем, наступает. Еще что важно именно в этом районе, почему здесь так сильно выросла цена за последние годы, потому что тут находится одна из лучших школ вообще в Сочи. То есть отсюда она находится в 600 метрах. То есть одна остановка до школы по отличной асфальтовой дороге. И расположение самого поселка, если вы не ориентируетесь, если вы здесь не были, внизу, соответственно, у нас Адлер, Олимпийский парк. До центра Адлера ехать примерно 10-15 минут на автомобиле, либо на автобусе. И, соответственно, тут есть прямой выезд в сторону Красной Поляны. Тоже также можно доехать примерно за 15-20 минут. Расположение очень хорошее. Вот. Вот еще раз, значит, участок. ИЖС участок, 6 соток. Абсолютно ровный. С насыпанной дорогой, с электричеством. И, соответственно, скважину можно делать тоже не глубокую. Вот, цена на текущий момент, февраль 2019 года, 2900 рублей. Пожалуйста, звоните, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.